Корова Мурка даже и не подозревала, что с марта ее молоком пристально заинтересуются ветеринары. Если раньше было достаточно одной ветеринарной проверки на ферме, то теперь, помимо этого анализа, согласно закону, должен появиться еще один на молокозаводе перед тем, как товар попадет на прилавок. На ферме Ленара Латыпова около 130 дойных коров. Новый приказ, который обязывает сопровождать ветеринарными документами готовую молочную продукцию, его почти никак не коснулся. Но заплатить ему все же пришлось. С марта подорожала ветеринарная справка на сырое молоко. Если раньше справка стоила 180 рублей, то на сегодняшний день 1200-1800 примерно для нас обходится. Для некоторых побольше, для некоторых поменьше. Не справка сама сейчас стоимость имеет, а от количества молока, которое исследование проводили. В конечном итоге, конечно, свой отпечаток на себестоимость молока это сделает. И в конечном итоге потребитель ее оплатит. В основном новый приказ затронул интересы производителей. Некоторые федеральные торговые сети уже сегодня заявили, что перестают принимать молоко без сопровождающих ветеринарных документов. Однако подобных справок в Казани еще не выдавали. Новшество касается тех продуктов, которые мы до последнего времени, по которым мы не оформляли ветеринарно-справительные документы. Но эта часть не обязательная, обязательный характер не носит. Что касается молочной продукции, готовой пакетированной продукции, молока и молочных продуктов, но она носит пока добровольный характер. С 1 января 2018 года будет обязательное сопровождение, ветеринарное сопровождение в электронном виде. Новость о том, что молочная продукция в магазинах может подорожать на 10%, стала неожиданной для специалистов Главного управления ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства. Сегодня по этому поводу собрали экстренное совещание, на котором обсудили каждый пункт нового приказа. По мнению специалистов, никакого роста цен не ожидается, ведь обязательное ветеринарное сопровождение готовой молочной продукции вступит в силу лишь с 2018 года. Андрей Трофимов, Айгуль Низамутдинова, Роман Фенин, телеканал «Эфир».